сейчас мы идем к площади, которая, на которой олимпийский факел. Это, точнее, мост, можно так сказать. Just we go to a bridge where is Olympic torch. Вот, пожалуйста, товарищи по безопасности предупреждают. Аудиооповещение, чтобы мы берегли здоровье себя и окружающих. И, соответственно, не... These guys show us, these guys show us that need to understand social distance. Короче, вот эти ребята показывают, что нужно соблюдать социальную дистанцию. Hello everybody. Just we can see place in which one we can see Japanese Olympic torch. Here is not so many people because the Japanese government say please everybody sit home and be safety. Everybody make social distance and make photos near Olympic torch. Сейчас мы находимся вблизи олимпийского факела, и мы можем увидеть много японцев и неяпонцев, которые все соблюдают, все социальные дистанции соблюдают. Все, как мы видим, в масках. Это я сняла маску, чтобы поговорить. Вот, таким вот образом. Пожалуйста, охрана стоит. И деликатно нам всем напоминает, что мы, чтобы мы не безобразили. Вот сейчас мы видим место вокруг вот этого олимпийского огня. Вот дядечка фотографируется. Вот, пожалуйста, ребята с интересным... с интересными надписями, чтобы мы смотрели, как мы гуляем. Вот, пожалуйста, факел очень хорошо охраняется. Хай, сумасэн. Скоши, скоши.
Блин, вот эти ребята никак не могут повернуться ко мне лицом, чтобы показать вот эту табличку. Вот прячутся и все думают, что я какой-то шпион, наверное. Вот так вот одет олимпийский персонал. Вот, дядечка не постеснялся, показал мне, что мы соблюдали социальную дистанцию. This uncle doesn't shy that I need to keep social distance. Not everybody Japanese has a very white skin. This man has dark skin. And white skin of Japanese people is maybe stereotype. Because Japanese just have tan. Вот, пожалуйста, сейчас мы можем видеть людей, которые находятся тут и хотят полюбоваться олимпийским факелом. Вот. Почему-то издалека очень хорошо получается. Вот сейчас мы можем увидеть ребят, которые просят проходить быстрее и не задерживаться, дабы не распространять коронавирус очень сильно. Вот японец хотел снять факел, но товарищ, не задерживайтесь. Вот, пожалуйста, японцы фотографируются. Некоторые чуток забыли про социальную дистанцию, но окей. Все равно в масках, все законопослушные, все соблюдают. Вообще все от мала до велика в масках. Персонал это вообще каково? Стоит персонал в масках с рукавами. О май гад, я так не смогла. Ну и немножко видео Токийского залива. Не могу я себе отказать в удовольствии снять видео с Токийского, с моста на Токийский залив и мост. Очень красиво, живописно. Это же офигеть, стоять в маске, в длинных рукавах весь день практически на санцепёке, в оцеплении. Это же жесть, конечно, какая-то. Вокруг мы видим. Выходим, вокруг видим ребят, которые регулируют движение. Can go? Thank you very much. Немножко, дай бы, не с колес. Это маленько с моих ног видео. Вот сейчас я иду к своей машине, которая уже подпирает Love Tokyo.
полицейская машина уже подбирается.